Неутешительная статистика сегодня говорит, что употребление запрещенных веществ остается острой проблемой для первого региона. В минувшем году сотрудниками УВД закрыто 14 помещений, приспособленных под выращивание конопли, выявлено 5 преступлений, связанных с организацией притона для употребления запрещенных веществ. Поэтому выездной суд в колледже строителей – это еще один способ напомнить молодым людям, что уйти от ответственности не удастся, и не стоит ломать свою жизнь ради нескольких грамм сомнительного удовольствия. Прокуратурой города Бреста поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина Республики Беларусь, проживающего в городе Бресте, который 21 января 2024 года, используя личный мобильный телефон, находясь в городе Бресте, осуществил переписку с интернет-магазином по продаже наркотиков, в ходе которой получил необходимый счет, на который перевел денежные средства, после чего получил координаты места закладки особо опасного психотропного вещества мефедрон на территории города Бреста, однако был задержан сотрудниками милиции непосредственно около места закладки. При этом в ходе осмотра места происшествия данное вещество было обнаружено и изъято сотрудниками милиции. Эта история показательна еще тем, что порой внешность бывает обманчива. Молодой человек ранее в совершении преступлений замечен не был. Окружающие давали только положительные характеристики, а сам подсудимый активно занимался спортом. Задержанный сотрудничал со следствием и признал свою вину. Приговор 27-летнему обещанину вынесли достаточно мягкий. Судом Московского района города Бреста обвиняемый признан виновным в совершении незаконных без цели сбыта, приобретении и хранении психотропных веществ, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Мобильный телефон обвиняемого как средство совершения преступления и особо опасное психотропное вещество мефедрон конфискованы судом в доход государства. Студенты колледжа, присутствующие на судебном заседании, бесспорно понимают, что распространение, также употребление любых наркотических средств идет к плачевным последствиям для их будущей жизни и карьеры. Ну вот то, что наркотики – это все равно вредно и опасно. Даже пробовать это не стоит, потому что ну вот один раз попадешься и все. Выводы тут каждый для себя сделал. Да и толком и не надо, потому что все знают, к чему приводят наркотики и какие последствия бывают. Сегодня мы на наглядном примере убедились в этом. И я считаю, то, что такие выездные судебные заседания очень полезны, очень хорошо организованы и будут очень полезны молодежи. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Ремонтович, Новости Бреста.